Дорогие друзья, завершился второй матч «Крылья Советов» «Тайфун» 6-4. По итогу непростая победа хозяев. И рядом со мной сейчас находится капитан команды, исполняющий обязанности капитана команды Алексей Глущенко, один из героев сегодняшнего матча. Леш, ну, во-первых, когда узнал, что придется попробовать себя в роли капитана? Ну, для начала бы хотел выразить огромное спасибо болельщикам. Спасибо, что всегда с нами, всегда приходите. Нам очень приятно. Спасибо вам большое. Ну, а придем к вопросу, когда Паша выбыл, да, скорейшего ему выздоровления. Мне сказали, что нужно будет испробовать себя в этой роли, ну, так вышло. Уже опыт капитанства был в твоей карьере? Ну, бывал, но также в роли заменщика. Ну, давай так, теперь немножко об игре. 5-1 по ходу встречи. Казалось бы, интригу похоронили и сами же своими руками ее возродили, верно? Да, тренера говорят в раздевалке, что хорошая команда играет хорошо до последней минуты. Мы провалили до начала третьего периода, Тайфун молодцы, нужно отдать им должное. Но вовремя собрались и выиграли эту игру. А в третьем периоде дебютировал голкипер новый, Артем Мельников. Насколько важно было поддержать его в этот момент? Ну, в любом случае, мы всегда каждого партнера, каждого человека, да, в нашей команде поддерживаем. То есть, это был его дебют. Хотелось перед ним бы извиниться, что так получилось. Будем исправлять ошибки и идти дальше. Ну и давай тогда о твоих заброшенных шайбах. Ну, последнее, понятно, очень важное. 5-4 на тоненького. Да, это все случайность. Это работа всей пятерки, а мне лишь досталась такая честь ее замкнуть. Ну, давай так, последнюю передачу кто тебе победную отдал? Там Ляля в центре поборолся, выкинул ее вперед, я там как-то доковылял и бросил. Ну, Кирилл Ляля, мы обязательно передачу запишем. Спасибо огромное, Леш, с победой, удачи с «Динамо» и с «Красной армией», ну и ждем, разумеется, снова здесь, в Сетуне. Друзья, это был Алексей Глущенко, который подвел итоги непростого поединка с «Тайфуном». В итоге очередные 2 очка в копилке нашей команды. Победная серия продолжается. Надеемся продолжить ее на выезде. Всем спасибо, все молодцы. Вперед, крылья!